Ну все, все, расходимся. О, приветище! Здорово! Камера, прикинь! Спасибо, чуваки, за подгончик. Так, надо одеть очки, типа я блогер. Так, камера, иди сюда ко мне. Вот, это мой офис. Здесь я сижу. Сейчас я вам покажу, с какими ушлепками я работаю. Вот, пожалуйста. Это, фиг его знает, как их зовут, короче, рабы. Вот, чё стоишь, а ну иди работай. Эй, погоди. Я тут, кстати, еще кнопочку одну не активировал. Давай вместе с тобой ее сейчас активируем. Вот эту вот. Так, жму. Вот так. Ей, это Усе-Мусе. Уху, it's time to go home. Чуваки, эй, я себе для блока вторую камеру распечатал, а в ней экранчика нет. Смотри, тупо фальш окно. Капец. Ладно, задарю ее кому-нибудь на днюху. Спиннер. Я никогда не держал в руках спиннер. О, оно и видно. Рукожоп, блин. Так, что делать? Да чтоб его. Что делать-то? Крутить надо, да, вроде? Вот так, потихонечку, как пенсия, крутим его. Давай раскручивайся, крутись. Чё-то какой-то спиннерист из меня никакой вообще выходит. Спиннерист, боже мой. О, крутанул! Смотрите все, я кручу спиннер, еху, вот так вот могу даже перекидывать. Шалтай-болтай, ёкарный. А ну-ка, распилю пончик, нет? Блин, сейчас надо раскрутить по-новому. Походу, пончик оказался жирненьким. И нет. Плохой спиннер, плохой. Какие у тебя огромные серьги и бусы. А чё тебе от меня вообще надо? Да она, походу, вообще сама хз знает, что ей надо. Слышь, барышня, чё ты припёрлась? Хочешь, очки задарю? На, чечи. Знаешь, да, такое? Есть яйца в смятку, а есть рука в смятку. Вот так вот. Чё-то как-то не мнётся. Бурга какая-то. Дабл освежайка на подходе, усач, лови! Вот так вот, до последней капельки! Ой, ты какая прелесть, это твоя семья, да? Они, наверное, тоже хотят пить. Сейчас мы их угостим холодненькой прохладной водичкой. Идите, пупчики, сюда, идите, я вас сейчас напою. Вот так вот, пейте, дядюшке Бэкст не жалко. Слушай, усач, а ничего, что я на фотке воду пролил? Ну все, поехали! Главное не стереть себе память, как у людей в черном. Мои глаза! Мозга, пайвака! Кажись, я тупака! Я тупел! Смотри, мозга! Смотри, пустая башка! Лови мозга! Бизнес! Черный рынок! Торговля мозгами! Бабло! Бабойщики! Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Мозга! Ба-ба-ба-ба! О, тупака! Превращаться в макака! Мозги! Надо стакана макном. Вареная извилина. Больше мозга. Больше. Ха-ха-ха. Злодей захватит мир. Ха-ха. Тупака мозга. ШТО. Это похоже на пипи. Пипи мозга. Ха-ха. Мозги. Сколько мозгов. Больше мозгов. Больше тупетья. Та-та-та-та-та-та-та-та. О. Левитейшн мозган. Ахтун, вернись! Нет, мозга летит! Фак, вернись! Ах, долбаные мозги, они сбегать от меня! Шайзи, черный бизнес наверняка! Чё б захомячить-то? Что у нас здесь есть? О, пончики банана! Банан, какая вкуснища! Так, главное не мусоришь мне здесь, сервисы. Вот, туда надо все кидать! А на кой черт здесь пустые банки? Блин, так, надо их отсюда повыкидывать. Да сколько можно-то? Да что они тут появляются? Нафиг на мусорку все. Не нужен мне здесь хлам. Дырин-дин-динь. Да что ж за срач-то такое, а? Господи, кто это сделал? Слышь, ты, свинёт, посмотри, в каком состоянии у тебя тачка. Ужас какой. Давай ему в бардачок сахар подкинем. Его копы остановят. Попросит бардачок открыть. Он открывает, а там хупа и сахар. И все, приняли чувака. Мистер, вот разрешите я вас стырю кепочку.
точнее шляпочку. Она мне больше идет, просто жму вашу руку, спасибо вам. Все, всего хорошего, машину я починил. Чао, бомбито. Сейчас чек еще выпишу вам. С вас, пожалуйста, 4300. И в качестве бонуса я полью этот чек бензином. Вот. Это в счет вашей шляпы. Все, валите. Не будьте дятлом на дороге. Не стоит благодарности. Я сам от себя в шоке, что я сделал с вашей машиной. Ну все, без колеса поехал. Кажись, придется мне увольняться сегодня. Как я мог забыть поставить ему колесо? Сколько мусора. Надо было напихать ему все это в багажник. Теперь придется все это на своем горбу выносить. Ох, ладно, все, конец дня. Давай, усач, покеда. Нафиг тебе аккумулятор. Вообще и фильтр тоже, и клапана, вообще все выкидываем, масла выкачиваем. Чем меньше в подкапотном пространстве барахла, тем быстрее машина поедет. Или вообще не поедет. Так. Ай, забыл. Максимум скорости от энергетика. На самом деле я бы его лучше выпил. Так, и сюда тоже польем, а то тут воняет чем-то. Да вообще всю тачку польем. Осветим, так сказать, ее энергетиком. Да прибудет с ней скорость. Конечно же, еще бензином польем, чтобы бензин не кончался. Все, господа, есть спички. Спички надо. А то ритуал не получится. Без пламени никак вообще. Чё-то мне это колесо не нравится. Лучше без колеса. Его вот сюда закинем, на всякий пожарный. Все, машина готова. На выезд. Блин, колесо отвалилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Бензобак забыл закрыть еще. Эй, Васа. Все. На свой чек и вали давай отсюда. Проваливай. Не стоит благодарности. Я сделал все, что было в моих силах. Прощайте. Освободите место. Вот вам еще вдогонку энергетик. Удачных вам гонок. Надеюсь, она займет первое место. С конца. Большущие скидки на весь ассортимент СТО, поэтому клиент попросил всего и побольше. Ну вот ему всего и побольше. Единственное, только ему места в салоне не хватит. За вас 8408 баксов, это за все, что я вам туда напихал. Вот поэтому, пожалуйста, приезжайте к нам еще. Офигеть, она туда залезла. Ой, вот это была умора. О, черт, кажется, у нас проблемы. О, посмотри, какой замечательный день. А ну-ка быстро открыл свой долбанный сейф и отдай все, что там есть. Твою ж, а ну Блин, перевернуть надо. Получай фейерверком по лбу. Вот так вот. А ну пошел вон. Я не боюсь твоего пукольного банана. Ботмен. Ботмен. Ну где же ты в трудную минуту? Слышь, банка, Ботмана знаешь, да? Он с преступностью борется, он тебя сейчас накажет, придет. Журнальчик будешь брать, а? Еще по скидочке пробью. Так, я не понял, где мой соус, Да твою ж, ты мне соус уронил! На твоем месте я бы так больше не делал. Да вообще пофигу. Сижу, кружочек из сыра выкладываю. Боже мой, когда уже эта долбанная полиция приедет? Я тяну время уже как могу. Вот, держи, потный ты конь. Давай, давай, выкладывай все, что там у тебя есть. Я заберу у тебя весь сыр, понял? Да вообще пофиг, я потом на базар схожу, новый сыр куплю. До встречи, чудила. Надеюсь, что мы с тобой никогда не увидимся. Козалина, я этот сыр на черный день держал. Вот ты где зашкерился. Я чё уж полгода искал. Короче, берется слабительное и бомбительное. Ну, то есть перец и венцо. Чтобы не напал дрищ, нужно все это дело обсанаторить. То есть дезинфекцию произвести. Мыло для этого как раз подходит. Ну, естественно, разбавляем все это дело водой. Чтоб понаваристее был. А каким моющим средством пользуешься ты? Я вот, например, обычным мылом. Моющиеся посуды они в отпуск отпустили. А меня они в отпуск не забыли отпустить? Я вообще-то человек, а не посудомойка.
Я ВДВ! 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 О, мне хреновенько, у меня походу сотрясение. Так, вот это пойдет, да. На превьюшечку поставлю. За ВДВ! Хорошо пошла! Там есть еще одна, а? О, есть! Ща, еще одну уж бахнем. Не, ну это жестко, конечно, вообще. Пец.